На вопрос, как связаться с eBay не по телефону, короткий ответ – никак. Если еще 3-4 года назад на eBay можно было связаться с поддержкой по e-mail или через форму и чат на сайте, то сейчас единственный предлагаемый способ – звонок по телефону. Причем служба не круглосуточная и работает по американскому времени, то есть когда у нас глубокая ночь. Даже если вы дозвонитесь и сможете объясниться со специалистом на иностранном языке, совершенно не факт, что вам окажут необходимую помощь. Там сидят долдоны подешевле, которые как попугаи повторяют ответы по скрипту, то есть по бумажке с наиболее частыми вопросами и способами их решения. Ту же самую информацию можно получить и без звонка, просто полазив по форуму. Все это говорит об одном, о все более и более ухудшающемся отношении eBay к своим клиентам, на фоне роста количества этих самых клиентов. Им неохота заморачиваться. Если даже оставить заявку по Старой ссылке, то в ответ придет автоматическое сообщение с предложением им все-таки позвонить. Также можно попытать счастье на форуме комьюнити, но если проблема требует некого частного подхода и конкретных действий на стороне eBay, то надеяться особо не стоит.